Так, и уже штрафной площадь сейчас у капитана команды. Восьмой номер Смоленской открывает счет. Вот вам и проход. Забивает Максим Новиков. Ну что, подача? Нет, все-таки Ветошкину. Последняя моя мысль была верной. И пробивает Ветошкину удар по воротам и рядом. Потому что вот даже подтверждение моих слов. Смотрите, левый фланг. И заброс сразу в штрафную площадь. Здорово пробивал головой. Будет пробивать, наверное, да? Нет, забрасывает на левый фланг. Все, почти все идет сегодня у Валенской через левый фланг. И что? И тут зацепится кто-то. И через себя пытается пробить удар. И все, первый тайм подошел к своему концу. Тут как атака пойдет. Здорово. Ну, Пономарева надо было сейчас пас передать, чтобы... Хотя вот сейчас здорово. Выход 1-1 может быть. Удар и... Нет, не забивает сейчас, к сожалению. Низом подает. И что, удар по воротам, вратарь блокирует. И защитники ТВФУ. И вратарь на месте. И... Удар по воротам. Сложно было вратарю этот мяч поймать. Так, опасный момент сейчас возникает. Смоленск атакует, с правого фланга вводит. И прострел, и удар 2-0. Шикарный момент. Вот это да. Думаем, что в следующем сегодня уже присоединится. А тем временем Васильев входит в штрафную и угловой еще один зарабатывает. Ну что, на Щербу не будет передачи? Не будет. Вот мне Алексей Щерб очень нравится. Акопян в штрафной площади. Сейчас удар пробивает и мимо ворот. Заброс от Смоленска в штрафную площадь. Да, там зацепились сейчас футболисты, но... И что, добивание будет у нас? Добивание будет. Выходит игрок. И что? И да, прекрасно играет Афанасьев. И что, будет добивание? Нет. Не смог зацепиться. Все, матч, друзья, окончен. Со счетом 2-0 побеждает Смоленская государственная академия физической культуры и спорта.